Всем привет, ребята! Наконец-то мы добрались до новой акции «Стикерсы 2». Вот такая коробочка, целая коробка у нас есть. Будем распаковывать, пытаться собрать коллекцию. Всего в коллекции 27 штук. Наконец-то очередная новая акция. Нас порадовал магнит вот этой акции. Давайте сразу распаковывать, а обо всем понемногу расскажу в процессе. Первый нам стикерс, какой попадается, это «Эспрессо Патронум». Читаем. Эспрессо Патроном. Настоящая магия утра. Стикерс дарит плюс 100 очков бодрости. Нужно лишь наклеить правильно и правильно произнести заклинание. Какое заклинание? Патроном? Давайте дальше открывать. Ребят, будем пытаться собрать коллекцию из 27 штук. Повторочки мы будем просто сразу кидать, складывать. А про каждый новый стикерс мы будем с вами читать. Продолжаем открывать. Следующий стикерс у нас попадается вот такой динозаврик. Слушайте, он, наверное, в темноте светится. Ну вот смотрите, у него и название такое. Светозавр. Не стикерс, а ваша светлость. Светозавр знает кучу старых приколов, поэтому гарантированно вас улыбнет. Нужно лишь наклеить. А вот тут все 27 стикерсов. И этот явно будет светиться. Продолжаем собирать. Вот наш второй стикерс, да? Ну, динозавр крутой, конечно. Я бы самого себе где-нибудь наклеил. Надо только подумать, где. Так, ребята, следующее, что у нас получается, 1% на нуле. Знакомая картина, да? Давайте почитаем про этот стикерс. Классный, тоже прикольный. Но всегда картинка больше радует, когда здесь 100%. Это я про мобильные телефоны. Ты вообще про настроение. А вот смотрите описание на сайте. На нуле. День не клеится, приклейте стикерс на толстовку или телефон. Пусть сегодня все знают, что вас пора поддержать. Тут смотрите, анимация такая небольшая идет. Давай, заряжайся. Вот такой стикерс. Да, ребят, кстати, мы будем распаковок делать очень много, поэтому будем собирать коллекцию. Набираем 5000 лайков под каким-то роликом. Мы разыгрываем и отправляем рандомно. Выберем среди тех, кто пишет комментарии. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Наберем 5000 лайков, обязательно разыграем, отправлю в любую точку России стикерсы. Так, и вот такой вот анимешка, да, какой-то стикерс. Смотрите, прикольный, какой классный. Прям для девочек вообще супер. Давайте про него читать. Пока повторочек нету. А тут написано: няшка, анимашка. Будь звездой, сверкайте и сияйте, как няшка-анимашка. А прилепите ее на вещь, и она сразу станет модной и заметной. Анимация есть тут какая? Нет, анимации нет. Дальше. Давайте теперь откроем красную. Кстати, ребят, в каком-то ролике подписывайтесь, не пропустите. Я вам расскажу, как можно достать сразу все разные пакетики без повторок. Каким образом это можно сделать? Оставайтесь на канале, обязательно расскажу. Так, продолжаем. Что у нас тут? О, очередной новенький. Пока хорошо идем, вообще без повторок. Вот такой вот бро. Будем про него читать. Давайте посмотрим. Бро. Бро точно знает, как быть душой компании. Он классно шутит и без труда заговорит с незнакомцем. Наклейте стикерс на телефон, пусть все знают, кто ваш бро. Если у вас есть бро, который похож вот на этого рыженького бро, клейте себе на телефон. Ну, а мы идем дальше, друзья, и теперь мы будем... Кстати, их можно прощупать, как вариант, да, можно прощупать, но я вам подскажу еще одну классную штуку, как можно достать. Намного, кстати, дешевле даже, и вам так коллекция обойдется намного дешевле. И чтобы избежать повторок. Так, я же говорила, вот такая вот сова. Смотрите, это какая-то прямо... Умница, умник и умница, да? Давайте про нее прочитаем. Смотрите, все идут без повторок, очень классно. Заумня называется. Заумня любит блеснуть своими знаниями. Этот стикерс добавит аргументов в споре каждому, кто приклеит его на себя. Вот такая вот история, ребят. Давайте мы продолжать будем. Теперь красный откроем. Интересно, когда будет повторка. И, кстати, давайте голосовать, давайте писать, какой стикерс самый классный. Я тоже скажу свое мнение. Вот он, гусь, обнимусь. Так, обнимусь он тут. Такой классный. Кому нравится гусь, поставьте лайк. Как такой обнимусь, может не нравится. Смотрите у нас, какой обнимусь. И, кстати, тут старый стикерс наклеен на него.
Что-то ниточка у него тут распустилась. Помните, такой был стикерс? Вот мы клеили на гусь обнимусь. Продолжаем, ребят. Давайте посмотрим, что нам попадется в этот раз. И тут очередной новый. Ой, ребят, смотрите, это кто у нас? Это хаски вообще или корги? Сейчас будем читать. Или это кот? Это, наверное, кот. Я почему-то думал, что это собака. Все ок. Сейчас будем читать. Будет удивительно, если это кот или собака, потому что я не знаю, кто это. Ребят, все-таки это котик. Но скажите, немного он похож на корги какого-то, что ли. Короче, он ок, котик. Нам сказал один стикерс-котик, что все у вас будет окей. Ребята, я вам тоже это желаю. Заряжайтесь его силами и верьте, что у вас все получится. Я тоже знаю, что у вас все получится, друзья. Продолжаем. Классно, идем. Смотрите, сколько мы уже собрали. 8 штук и пока что все без повторочек. Это очень хороший результат. Очередной новый стикер. Сколько-то он огромный на всю упаковку. Прям вот такой. Это, наверное, самый большой. Злюсь. Но тут точно понятно, что это кот. Почему-то зеленый. Потому что злюсь, да? Давайте про злюсь почитаем. Ну вот, смотрите, что здесь пишут. Кися, злюся. У Киси есть только два состояния. Злюся и пушистый котик. Если вы сегодня не в настроении, оставьте весь негатив в стикерсе и найдите, куда его приклеить. Вот такая вот история. Друзья, 9-й стикерс без повторок. Это значит, что мы добрались уже до 3-й части. Всего их 27, да? 27 делим на 3, получается 9. Значит, мы 3-ю часть собрали. Классный результат. И опять новый. Классно мы идем, ребят, вообще. Без повторочек. Что? Это взрыв мозга, да, попкорна? Давайте читать про него. А, так он и зовется «Штормкорм». Смотреть любимое кино только компании «Штормкорна». Лучше триллеры, чтобы эмоции вместе с попкорном через край. Вот такая вот история. Ну что, продолжаем. 10 стикерсов. Только бы не повторка. Так хочется... А, ну вот, только я сказал, только бы не повторка. И первая повторка есть. Будем их сюда же складывать. Как вы думаете, соберется у нас сегодня коллекция? Ну, я не знаю, посмотрим. О, кстати, вот теперь и новенькая. Про повторку помолчал и получил новенькую. Это... я предполагаю, конечно, что это, но лучше я прочитаю. Так, давайте сюда. А, ну да, все тот же какашеч. Смотрите, только он теперь приоделся в очочках, в пиджачке таком. А, фи, это же, это тоже позиция. Приклейте стикерс на видное место, чтобы лишний раз вас ни о чем не спрашивали. Да, прикольненько. Если честно, такого приклеить... Ну, себе бы я не приклеил, я приклеил бы к кому-нибудь. Только никому не говорите. Так, анимешечка, еще одна повторочка. Вот у нас только... Две повторки пока что, ребят. Кстати, смотрите, да? Такие у нее волосы блестящие, переливаются под цветом. Не знаю, сейчас попаду я на камеру, будет видно. Ну, в общем, они блестят. Почему-то камера не передает до конца этот блеск. Ладно, мы продолжаем. Продолжаем. И теперь у нас новый кактус. Ты мой цветочек, смотрите, причем кактус с малышом, малыш-кактус, как это мило. Кстати, у нас есть ролик «Танцующий кактус», который набрал очень много просмотров. Мы смотрели, что у него внутри, у кактуса, а также еще есть ролики, так что смотрите, зайдите, кто не видел. Так, мы же не прочитали про кактус. Это я сейчас вслух сказал, да? Мысли иногда говорятся вслух. Ты мой цветочек, сколько бы ни было колючек, всегда надеется, найдется тот, кто будет готов обнять. Это от этого даже кактусы расцветают. Вот такой вот кактус. Классный, классный, классный. Очень прикольно. У меня уже есть несколько таких фаворитов, которые мне нравятся. И пока что явного лидера нет, потому что многие прикольные. Я даже не знаю, кого выбирать будем. Вот он. Светящийся в темноте. Попробуем в конце выключить свет, куда-нибудь в темноту забраться и посмотреть, насколько они светятся. Сейчас мы их так разложим, зарядим, чуть-чуть света зарядим. Так, ребят, продолжаем. Давайте смотреть, кто у нас тут еще. Что-то большое, наверное, повторка. Нет, не повторка, это что? Это вискас, наверное, да? Сейчас мы про него прочитаем. Классный кот. Очень, вы вообще заметили, что очень много котов?
Ну да, Вискас. Вечера на ручках у хозяина, его любовь и забота. Что еще нужно котикам? Порадуйте любимца замурчательными блюдами. Вискас. Что еще нужно котикам? Котики любят поесть. Так, давайте открывать дальше. И тут у нас что-то опять такое большое. А, угу, это какашеч был у нас уже он, да? Откроем дальше, ребята. И тут у нас эспрессо. Ну вот они поперли, пошли повторочки. Пошли повторки. Когда-то это должно было случиться, да, потому что их уже очень много. Ну вот, вот новый винил, вот такой винил. Прикольненько. Сейчас почитаем про него. А тут написано, что винил. Всем нужен тот, кто будет пересылать классные треки. У винила точно хороший вкус, цепляйте его и вперед слушать музыку. Ну, как-то вот так. Очередной кот. Кстати, это еще не все коты. Тут их уже три, да? Но я видел в коллекции есть еще кот. Какое-то нашествие котов. Обнимусь. Классный гусь, обнимусь. Ребята, пишите комментарии, ставим лайки. Давайте 5000 набираем лайков, и я отсылаю стикерсы победителю, анимешечка. Также смотрите следующие ролики. Мы продолжение снимем еще на другой канал. И эспресс-патроном добавим это в описание, ссылочку в конце ролика добавим. И будем снимать дальше, пробую собирать, может мы не одну, может мы несколько коллекций соберем. Мы не раз устанавливали рекорды по количеству распаковки таких акций. Так, это ж... А, у нас же новый, ребята. Я хотел его положить, как будто я его уже видел, но я его увидел здесь в приложении, поэтому вот такой вот классный, кто это, мопс, наверное, да? На скейте катается. Ребята, он пельмешка. Бесстрашный пельмешка готов проявлять себя. Берите стикер с собой, он добавит смелости, чтобы вы смогли всех впечатлить. Вот такой вот пельмешка. Оказывается, пельмешки добавляют смелости. Кто бы мог подумать. Так, спонсор, да, тут у нас получается. Тут ОКО. Так, ребят, сколько мы собрали? 15 по 5 штук в ряду, 16. Осталось собрать всего лишь 11 штучек. Продолжаем. А вот еще коты. Кис-кис-ми. Еще коты. Пересчитаем котов в итоге, сколько их будет. Мне кажется, их тут почти половина коллекции. Это самый милый, мне кажется, будет стикерс. Стикерс дружбы. Кис-кис-ми. Дружбы и общего прикола поможет оставаться с другом на одной волне. Лепите его на рюкзак, и у вас всегда будет тот, с кем можно разговаривать мемами. Ну, такая вот история. Так, опка. Повторки. Пошли кругом повторки. Так, ребят, это у нас Злюся. Все кругом в котах. Кругом все в котах. Еще один Злюся. О, новенький. Кстати, он, по-моему, тоже в темноте светится вроде как. Смотрите, какой классный черепок. Это уже такой вот не настолько милый, но очень классный. А зовется он на музоне. Двигайтесь в ритме любимых треков, наклеивайте стикерс на наушники и представляйте себя героем клипа. И пусть весь мир подождет. Ну, если представлять себя таким героем клипа, то, конечно, я не знаю, какая фантазия должна быть. Но прикольный. Прикольный. Все равно классный. И вот такой вне доступа. Это про отдых, про отпуск, что ли. Будем читать. Накопилось куча дел. Покажите этим стикерсам, что вам пока не до них. Восстановите ресурсы, а уж потом разруливайте все дела. Да, отдыхать надо. Накапливать силы. И вот у нас очередной вот этот шторм-корн, да? Повторка? Нет? Нет, что-то новенькое, смотрите. А, тут карри у нас, да? Подкрадули.
Вот такие подкрадули. Одна нога здесь, другая в каре. Выбирайте обувь и аксессуары на свой вкус и создавайте яркие обзоры. О, образы. Вон оговорил, зачитался, друзья. Уже 20. 20 штук мы собрали. Осталось 7 штучек собрать. Поехали. Давайте немного ускоримся. Я думаю, сейчас будет очень много повторов, потому что их уже много тут. Так, да. Тут у нас кактус. А вот есть, смотрите, у нас пакетики зеленые, красные, а есть такие вот, как упаковка, да, коробочка. Что-то здесь такое огромное. Слушайте, ребят, смотрите, тут попался не более, не более. И он такой мягенький, прям как сквишек. Вот он мягкий, смотрите, я сейчас попробую вам это показать. Вот он продавливается, мягкий как сквишек. У него даже тут подложка другая. Класс. Прикольный такой. И он очень такой объемный, да? Давайте вот сравним. Здесь как материал, да, приклеивается. А здесь такой как сквишек. Смотрите, этот тоньше, а этот толще, насколько его. Не более, не более. Не боли. Новый. Читаем. Попался в таком пакетике. Не знаю, всегда он в нем или нет. Вот его нащупать точно будет легко. Так, давайте сюда его положим. Что-то они запутали. Куда ударение-то ставить, я вообще не пойму. Не боли, не боли. У собачки боли, у кошечки боли. Но не расстраивайтесь. Заклейте разбитое сердечко этим необычным стикерсом. Вот так. Странно, конечно, но... Так, чуть камеру не сбил. Продолжаем, друзья. Это у нас Штормкорн. Дальше. Вискас. Очередной котик. Вот, кстати, нет, не закономерность, потому что я на ощупь уже чувствую, что там не такой стикер. Ага, кактус. И теперь карма. Друзья, вот он классный. Карма, бумеранг, да, это смысл в том, что все возвращается. Ну да, карма, все вернется, как стикерс и магнит, поэтому транслируйте только добро, чтобы оно почаще к вам возвращалось. Вот, вот это хорошее пожелание, молодцы. Классно придумали. Всегда все возвращается, поэтому да, делайте доброе дело, и они к вам вернутся. И вот, гусь обнимусь. Так, дальше. Повторочка. Открываем дальше, ребята. И тут нам попадается опять гусь. Слушай, гуси пошли. Пошли гуси. Так, еще один. Эспрессо патроном. Где он? Где он был? Во. Его тоже уже очень много у нас. Уже видно, которые чаще попадаются, да? Вот еще один динозаврик. Светящийся динозаврик. Еще один патроном. Что тут приклеился, подзастрял. Так, и еще у нас тут кто? Кто это выглядывает из пакета? Кто за патроном? Ребят, ну вот мы собрали, сколько тут? 22, да, штуки получается. Давайте посмотрим, кого нам не хватает. Капибара нет, классный, да, мчусь. Так, кто нам еще тут не попадался? Эти все нам попались. А вот такой Нигани есть, смотрите, классный. С НЛОшкой. Шариш. Я же говорила, так всего было. Дальше, дальше, дальше. Кого у нас не... А, вот еще очередной кот. Феликс. Феликса не было. Вот таких смайликов хихи не было. И все получается. Остальное мы все собрали. Или я что-то еще упустил? Нет, ребят, остальное все собрали. Ну что, вот такой предварительный результат, друзья. Будем продолжать собирать дальше. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, смотрите продолжение. Будет очень интересно. Пишите комментарии, чтобы участвовать в розыгрыше. Давайте вместе наберем 5000 лайков. А также переходите на мой канал Дзен. Там тоже мы снимаем ролики. Туда будем выкладывать еще. Ссылочки все есть на канале. Всем пока, ребята.